Всем здравствуйте, ребят, сегодня мы играем за Легиона, карта у нас детский сад Бетхэма, вторая часть, да. И, собственно, у нас Легиончик через супер интересный, супер офигительный билд. Не знаю, какую-то чушь, наверное, понабрал. Передача террора, о, уже двое. Поехали. У нас передача террора имеется, короче, через одержимость. Передача террора. Секундочку. Опа! И через генчик передача террора. Бля, так далеко, что ли? Жесть. Не дашь сейчас спринт, пожалуйста. Хорошо. На одержимость, кстати, так и не наткнулись. Что забавно. Да? Угу. Засранец, как же он это самое хорошо делает. Хорошо, пойдет. Так. Первый повесь. Поехали. Угу. Передадим террор на этот генератор и пойдем. Без террория вот туда вот. Угу. Хорошо. Плюс еще один. Оп. Оп. Кстати, террор все еще действует, то есть у нас до сих пор незаметность. У меня привычка просто фейкать, поэтому хожу спиной. Тут, извините, от этого никак не избавиться. То есть даже по незаметности ты все равно продолжаешь ходить спиной. Нормальная тема. Так, сучело, возможно, будет стадия, но я не уверен. Нет, успели засейвить. Окей, идем дальше. Да ладно! Ну ты за это заплатишь, друг. Как спинку ставить? Так это да. Ага. Ах ты засранец. А, он стал одержимостью. Блин, на него террор не передастся. Ой, зараза. Так. Мне бы обилочку да по троим хитулю дать. Было бы здорово. Давай за ним. Как же они до Талова не сливают палеты? Ты просто посмотри на них. До Талова не сливают палеты, просто выжидают. Какая красота происходит просто. Ну красиво, красиво. Так. Сюда. Выловим дверьку, откатим генчик, поставим, получается, сюда. Террор. Угу.
Ага. Заранее убежала. Очень интересно. Здравствуй, даже не видит. Опачки. Поехали. Думаю, через центр нужно идти. Но она чинила. За ней нужно доталывать. Ну конечно. Хорошо. То есть повесик имеется, и чертика сейчас сюда вставим, если никто не чинит. Жалко. Жалко, почти получилось хорошо сделать. Так, ну мы без террора, собственно, сейчас направляемся туда. Получается, у нас реализация непредвиденного, или как этот перк больше правильно называется? Больше реализация именно этого перка, нежели чего, что-либо другое. Привет. Сейчас пошла реализация по-другому. Что такое, дружочек? Хорошо. Так. За счет незаметности подкрались и просто офигенно все сделали. Очень нравится пока. Так. Топ-2 по весу можно было пойти за Адой, повалить ее у крюка. Ну да. Почему-то я решил, что это не столь важно. Закончить игру сейчас, лучше сделать повесы. Ну, фарм, что поделаешь. Вижу, друг. Не переживай, я тебя вижу. А я могу долго контролить и одного, и второго. Снимать будешь? Нет? Ну ладно. Поехали на максимальной скорости, у нас очень много времени. Валим последнего. Ты нас не интересуешь. А, что? Вы поняли, что произошло? Чел орешком задоджил мой пятый хит. То есть опять это работает? Осколок! Все, просто все, они издеваются надо мной. Кошмар, они просто надо мной издеваются. И осколки, и орешки, и... Все, просто... Ладно, мы все равно их всех развалим. Потому что билд имба. Ни капли на самом деле. Чинит и... Хилится, да? Да. Привет! А я за тобой. Дружочек. Неужели здесь палета какая-нибудь гадкая есть? Да, есть. От
отвратительно. Все, дружок. Наигрались. Настрадались. Хорошо. Как он бежал, как он старался. Этот лев. Так, то есть повесик. Так, сюда все сделали, все хорошо. Пойдем сюда, придем. Жалко, что у нас первого уровня перк. Так бы можно было, конечно, что-нибудь сделать интересненькое еще. Добавить, так сказать, но... Ладненько. Под незаметностью пока крадемся сюда. Привет. Дружочек. Террор, конечно, на нем, но... Хорошо. Неприятно. Очень неприятно. Вычинивают два гена вообще спокойно. Так, это тебе раз. Да, вычинил. Считай. Хорошо. Не-не. На тот вдвоем сели. Зачем, если здесь хороший гинчик есть? Ну ладненько. Вешаем аду, ада вроде как пока. Как им везет. Как им везет который раз. Этот гинчик нужно продавать. Они вылечились. Что-то интересное, я бы сказал. Что-то прям безумно интересное у нас в этой карточке происходит. Поехали дальше. Мейн самая такая неприятная у нас конструкция в плане абуза. Так, один чувак там, что? А один, походу, вот туда пошел, да? Давай, давай, подсветись. Нет. Да. А что вдруг такое? Я забыл, что я террорсе передал. Господи. Сюда, дружочек. Как же хорошо. Угу. Главное просто понимать, где сурвы. Так. Здесь мы сейчас чертика, значит, вобьем. Там могут чинить, но там, если чел сидит один, то очень страшно. Смысла в обилке нет, нам скорость передвижения на доп не дает. Под таблеточки у нас так 4.6. Скорость передвижения не больше на 0.3 или 0.2 там выдается за каждое попадание по сурву.
Это мы тоже сделаем. Ля ты какой, это посмотри. Как он успел обойти-то, главное? Хитрец, хитрец. Я просто думал, что у меня еще работает перка, он перезаряжался. Дружок, тебе все равно попа. Что бы ты ни делал, тебе все равно попа. Да-да. Так. Получается, Ада у нас уходит. Только Ада. А то мы сейчас посмотрим, может, мы на нее случайным образом наткнемся. Была тут. Он не здесь спавнится, друг. Дай мне ее забрать. Дай мне ее забрать. Хорошо. Кстати, кажется, я слышал люк. Но я не уверен. Но она не успеет туда доползти в любом случае, а мы ее должны повесить. Угу. ГГшечка. ГГшечка. Это была такая интересная карточка. Через незаметного легиона. Но все же. Ну-ка. Не, где-то там. А, все же нам не хватало третьего уровня перка. Тогда бы было, я думаю, все в разы у нас сильнее. Этот легиончик был. Но, да. GG. Жалко, что сурвики ничего не ставят. Ничего не. 263 тысячи мы здесь отхватили. И здесь 343. Ну имбулечка. Ну что еще? Ой, и это выполнили. Еще 45 тысяч сверху. Красота.